Impact, 86-й эпизод. Продолжаем нашу сюжетку. Куда-то меня выкинуло, непонятно. Я отсюда, если что, приземлюсь всегда лучше всего. Да, я слушаю все фразы. Кого он там озвучивает? А, Ризли, понятно. Ну, в мировых квестах были аронары из важных, но они, да, были очень отдельно. Ой, опять. Это их новое изобретение. Сначала Фурина прыгающая, теперь Паймон прыгающая. Новшество в диалогах. Мне кажется, Атлан будет для меня максимально проходной. Я не люблю регион. Ну, в смысле, мне не интересен. Антураж региона супер неинтересен. Даже Сумеру и то получше. В базе я имею в виду, да, свои, то, на чем мы основываем тот или иной регион. Так что, по сути, Фонтейн для меня последний, наверное, интересующий. Ну, потом будет Атлан, потом Снежная уже сразу. Так что Снежная будет относительно скоро. Ага. オンテンのに来てからずっと変な法律に引っかからないよう気をつけてきたけど結局自分からメロピで要塞に行くことになるなんて。これが運命ってやつなのかもな。ああ、二度目したとこ появится。おいら韓国なんかに長くいたくないし。 Ну, этого достаточно, чтобы быть не особо мне интересным. Одни из самых неинтересных цивилизаций для меня. Все, что я от них жду, это чтобы их уничтожили испанцы. Испания, let's go! Ну, если что, майя сами вымерли раньше, ацтеков били. И инков били. И я не фанат, кстати, химика. Я, типа, ну, в Импакте третьем это хороший персонаж, который выполнил свою роль хорошо, и много эмоциональных уже постмоментов с ней, но, опять же, это больше заслуга уже прописанности арки Кианы, то есть она мне интересна как часть арки Кианы, а не как самостоятельная персона. В этом смысле в Хесере чисто по образу она мне даже больше нравится, но ее там пока слишком мало было, чтобы прям выпады какие-то. Ну, если они будут уничтожать цивилизацию с жертвоприношениями и ультрарабством, то да, я буду поддерживать фаты, это правда. Лол. Ой-я! Ой-я! Неожиданное появление. Наконец-таки вспомнили ее.
знаете, несмотря на то, что она, ну, наверное, четверка, да, потенциально, ну, я не слышал, чтобы кто-то говорил, что... Короче, довольно неплохой дизайн у нее, мне симпатичен. Лиза в Геншине уже мем. Кстати, интересно, а если Химика будет? У нее будет, получается, две роли озвученные. Ну, это, опять же, у нас уже есть, это, как ее... Господи. Боже, я забыл, как ее зовут. Тамура. Вот. У Тамура две роли. Здесь уже, да, то есть сначала у него была Чича, и потом все же на Хиду ей дали более классический, скажем так, ее отыгрыш. Ну, понятное дело, аналога Терезы здесь нету, поэтому у нее совсем другой персонаж. Жаль, конечно, но и моделек нету для Терезы. А, ну да, мы же игнорируем персонажей с белыми волосами, чистыми, поэтому Тереза бы не появилась бы в любом случае. それがね、ある事件の目撃者からこれでもかってくらい情報を聞き出そうと、ここで食事する約束をしてたんだけど、結局すっぽかされちゃったのよ。落ち着けよ私。記者にとってこんなのよくあることだ。これはもう、オーガニスト。だね、日本。またまたのスクープを掘り出せれば、食事代くらいは返ってくるかも。 Райден хотя бы чисто визуально плюс-минус напоминает свое происхождение. Да, немножко волосы другого цвета, более фиолетового такого. А как раз, ну и чисто японская тематика, потому что она в Японии живет, а там она уже в современной Японии, с современной Японии по-другому чутка выглядит. На Зеле, при том, какой-то версии из ГГЗ вообще Хагран. Не на Зеле, из Ханкая третьего, если чего. У нее в ГГЗ реально была одна из версий. Не классическая ее зелевская, потому что в ГГЗ классическая такая же, как и в Ханкая третьем. Потому что это та же самая Зеле, только в другой вселенной. Ну и опять же, всегда переносят еще Сею. Если это прям реально референциальный персонаж. Вот у Хайтама, кстати, по-моему, Сэйо другой, чем у Су. То есть, как бы, здесь чисто такое заимствование визуальное, но без прямых референсов. Не-не, Зелли из третьего вообще ничего общего. Ни одна из версий Зелли из третьего не похожа на Фурину. Вообще ни одна. Только из ГГЗ. Ой! Чикоэтэрэдо, Шарлотто! Характер не знаю, Кира тоже не сильно. Особенно какая Кира? Кира молодости, Кира, которая уже с Дюрандаль в сюжетке встречается, тоже не одно и то же. Ну, в любом случае, она довольно спокойная, я бы сказал. Броня в Снежной. Я должен надеяться, что Зелли будет в Снежной, опять же, как-то. Детективного романа. そんなことで捕まったの?よく考えると分からなくもないか。おぞましさで言ったら小さく見積もったって窃盗と同レベルだからね。おいら、そんなひどいことしちゃってたのか? Ну там, с Бани и Броня. Броня и Бронье. То Наруто.
どうやらビッグニュースでもなさそうね。残念だわ。А какая версия, кстати, брони? Большая или маленькая? Ну, опять же, у нас, правда, есть курточка. Большая, ясно. メロピデ要塞の管理者と可能な限り接触してみてほしいの。実は彼、フォンテーヌから公爵という名誉市民の称号を授かっているの。すごいでしょ。こんな称号を得られるのはフォンテーヌに多大な貢献をした民だけだからとても少ないのよ。Конкретно этим тоже приютские.Скорее наоборот, они в Хассере приютские, потому что они в Ханкае третьем приютские. それにメロピデ要塞はずっと法廷の管轄外にあるから、私たち記者を含めてみんな彼についてほとんど知らない。だから彼に関するトピックを記事にできれば、きっと注目されること間違いなし。でしょ？それはそうだけど、こっちにも事情が。もちろん、ただではとは言わないわ。今日の食事、私におごらせて。よし、決まりだな。オイラたちに任せろ。Герту будет сложно, конечно, вписать, то есть нужно прям просто, о, типа дизайн взять, но по сути это будет по концепции совсем другой перс, так что да. Максим основанный на. Скоро-скоро 料理も来る頃ね。Ты чего выглядываешь? Куннани так сан чумон штано? Вау. А, да, у нас же еще есть ведьмы. Ой, на кайф. こんなに食べられちゃうなんてね。失策だったわ。取材の件忘れないでよね。ну ладно。Кстати, а без обвинения машину нас могут посадить? Машина же знает, что мы невиновные. Что бывает, куда мы едем? А, мы не на суд. А, окей. А куда это мы? Набилетта, чумби декта зе. Коко кара хайру но ка? Я думал, он на севере в новых локациях, не? Ун. Ютей доли дана. そう、ここがエリヌス島からメロピデ要塞へ入る唯一の入り口となっている。気をつけてくれ。少し後ろに下がるといい。うわあ、ここ降りてくのか。メロピデ要塞って海の中にあるのか。水、人々の深海への恐怖、この双方を兼ね備えたメロピデ要塞は囚人を収容し、監視するのに適しているのだ。чтобы о здоровье скажете заключенных。だが安心してほしい。この中は決して恐怖に満ちた場所ではない。下へ行った後、自分たちの目で確かめるといい。
そうだといいけど。でも、自分が海底にいるって思うと、やっぱりちょっと怖いよな。それからもう一つ。前に、メロピデ要塞の管理者リオセスリ殿と少々個人的な付き合いがあると言ったのは覚えているだろうか。おう、オイラたちもそいつについて聞いたぜ。公爵って呼ばれてるんだろ。ああ、彼はこの水中要塞における最高管理者だ。たとえ私の依頼で調査に行くのだとしても、彼やその部下たちとの直接的な衝突は避けた方がいい。彼がメロピデ要塞を離れることはあまりないが、決して要塞の内外について把握していないわけではない。知らないのではなく黙認しているのだ。では雑談もそろそろ終わりにしよう。こたびの件どうか頼んだぞ。おう、安心しろ。無駄足を踏むつもりはないからな。うむ。マドレーヌ。はっ、ヌビレット様。ほ、新たな囚人はこの2名ですね。私がいる以上逃げられることはありません。ご安心。逃げるもんか。私について来い。今からお前たちをメロピデ要塞に連れて行き、それから手続きを行う。потому что они договор заключали этот свой. Не понял.Окей, хорошо, кстати, что стали начали предупреждать про это. Ну пофиг, я не собирался пока играть в него. Да, правильно. А то это очень сильно раздражало, помню, на старте.機嫌が良さそうだな。お前たちのような楽観的な囚人は滅多にいない。так, можешь не искать.Стоят какие-то. Ну я просто рассматриваю. А ладно, меня выкинуло в сюжет. Мадолену-ка. 今日はまたなんで降りてきたの？ヌビレット様から直々にこの二人の囚人を護送するよう頼まれた。おそらく他の者には任せられないと判断されたのだろう。Много мнишь о себе. いいな。ヌビレット様みたいに偉大なお方に好かれるなんてさ。私なんかここへ次々にやってくる囚人の対応することくらいしかできないよ。кстати, у них право на возвращение это вообще в принципе есть? Если это изгнание. Сроки там, я не знаю. スマイルサービスでも始めてみたらどうだ？もしかしたら業務における評判を上げられるかもしれないぞ。やめてやめて。ここに来る囚人なんてみんなしけた面してるんだから。どうしたらスマイルなんてできるってんだか。
それにたとえ微笑んだって囚人たちからすれば心の歪んだサディストにしか見えないんじゃない？確かに一理あるな。よし、引き渡し作業はこれで完了だ。二人ともまずはここで登録をするんだ。もろもろの手続きはマレッテが手配してくれる。はあ、任せて。あんたもさっさと光り輝く世界に戻りなさいよ。Вот-вот, о чем речь. Типа, местоположение нездоровое максимально. Может, конечно, местные жители неплохо все это переносят, они же там водичку в принципе растворяться умеют. Ну, как остальные-то. О, аттеру зе! 先に罪状とケーキについて確認するからね。君たちの罪状は神の許可なく、スネシナヤの施設が神のために精神性を用意したケーキを食し、コンテーヌにおける祭りごとの中心を短期間の沈黙に陥らせた。ケーキ45日ロー полтора месяца, да. Угостил Новелит, а принадлежал он Фурине. Воровство. Зайжокараште. Кимитачига дайжи ошидекасэру жинбуц деару котоа вакатта. Фурина сама но суицу ни тайсэру ай о кангаэреба. Коннано. Хотондо суижин ансац митай на моно да мон. こっちもいい経験になったわ。ありがとう。でも、メロピデ要塞に入るための手続きはちゃんと終わらせるからね。あの板の前に立って、写真機で撮影するから。うん、いいけど、いい感じに撮ってくれよな。В трейлере было, помню, тоже, но...Удобно, что у них уже фоторежим есть встроенный, даже ничего придумывать не надо. これでよし。あとは別の人が案内してくれるから。生まれ変わる機会なんだし、大切にしなさいよ。生まれ変わるって、ちょっと大げさじゃないか？オイラたちがここにいるのって、たったの45日だけなわけだし。お前たちだな。ついてこい。おう。オイラはパイモン。こいつは旅人だ。必要ない。どうせ覚えられないからな。行くぞ。ハモリチップ。ブルブル。Продумано, да. Если это правда так, я сейчас не вглядывался пока еще. Соно, у меня ты, ここの監修なのか？ここって何か気をつけておかないといけないこととかあるか？Молчит хомяк. もしかして聞いちゃいけないことを聞いちゃったかな。それに答える義務はない。何の利益にもならん。だから新人は嫌いなんだ。特別許可権のためじゃなかったらこんな仕事断ってたさ。クッポナイド特別許可権？
お前らがベースを書くような鬱陶しい新人じゃねえことに免じて少しだけ話してやる。だが次からは特別許可権をもらうからな。ここじゃモラは使えない。その代わりとして使うのが特別許可権だ。こいつはメロピデ要塞のほとんどのものと引き換えられる。欲望も権力も運命さえも。つまりここでしか使えないお金ってことか。コパラ、そんな簡単なもんじゃねえ。マレッテが言ったようにここにいるやつは全員生まれ変わるのさ。Меня особо игра не интересовали тюремные тематики, шоу про тюрьмы и тому и так далее. Если что. 過去にどれだけの富や勢力を有していようが、メロピデ要塞では全てを捨てて、ゼロから特別許可権を稼いでいかなきゃならない。ゼロから始まる世界生活を。全員同じスタートラインに立つってことさ。腐ったれな人生に生まれ変わる機会よって。もうだった45年以上。これこそが特別許可権の狙いであり、正真正銘の公平、本物の正義ってことだ。中にはケーキを満たしても外の世界に戻りたくないとのたまう奴らも大勢いる。メロピデ要塞ってそんなとこだったのか。てっきりもっと監獄って感じの場所かと思ってたぞ。この場所についてはいい方にも悪い方にも考えすぎるな。今のうちにこの景色をよく見ておくんだろう。もうじっと見れなくなる。Возьмите не скоро, всего лишь через полтора месяца. 太陽と久しく会わずにいりゃ、恐ろしい深海とさえも親しく感じてくる。重苦しさなんて感じなくなってくるだな。То игра реально неплохо, да, такой гнетущий немножко атмосферу создает, но в то же время можно сказать такой круто гнетущий. それから俺もお前たちと同じ囚人だ。新人を迎えたのは特別許可権を手に入れるためのバイトに過ぎん。Молчит хомяк. Нанде дамали комен даю. Мурио контенц ва коко маде. Коккара ва юрио да. Омай. Мура, джанакте. Токубец кёкакен но кото шка атама ни най но ка ё. Соро-соро цуку зо. Коко кара уриро. Ора, омай мо соуса шите миро. Посетить аквариум. Боты. ТП-шка сама активировалась, да. Лол, по стеклу ползать можно. Блин, жал. Блин, а от первого лица все равно не посмотреть. Вот блин, я если честно, понадеялся. Ну ё-моё. Никогда. Точнее, от первого лица, в смысле, спереди. Да. Черт, не завезли, видимо. Кстати, судя по этим местам, да, это рабочие подводные места. Линзу ты имеешь в виду? Ой. А как? Ой.
А я в любом случае не понимаю, как. Да даже... Что-то я все не понимаю. Ну, здесь, если честно, мне не интересно, я ползающим хотел себя рассматривать. Потому что так-то я могу фоторежим включить банально. Типа, тут париться-то не надо. Типа, вот фоторежим и все. Хотя, фоторежим... Ну да, не работает. Я неправильно, я... Забудьте слово первое лицо. Забудьте слово первое лицо. Я имею в виду вас рассматривать персонажа. Вот так, чтобы я смотрел на него. То есть, вот так вот. Вот так вот. Но когда я ползаю. Думал, разве стекло мне дадут, но нет. Кстати, да, тут же эти ввели. Ой, не туда нажал. Кстати, понял, зачем это? Чисто just for fun? Буль-буль-буль. Вот да, я и говорю, жалко, что стекло считается, видимо, тоже сном. Я просто обнадежил, что, может быть, стекло считается стеклом, и я смогу разглядеть себя с другой стороны стекла. Но нет. Куда мы еще ниже опускаемся, господи? Да, согласен. Главное, нахрена. Маруда имамадено джинсэй но тоуэ да. Тэка? Мы тут 45 дней проведем, чел. Это так комично звучит. Сцена. Я, кстати, особо не убивал. もうよその奴の縄張りに入っちゃってるわけだし、ちゃんと囚人を演じないと、もしバレたら、ヌビレットでも俺たちを助けられないんじゃないか。もう脅かすなよ。まだ心の準備ができてないぞ。その、お前らのことはよく知らないし、何の罪を犯したのかなんざ見当もつかないが、もしかして。 怒らせちゃいけないお方でも。ん？怒らせちゃいけないお方？そんなことないと思うけど。なんだよ、お前の方から声をかけてくれる気になったのか？いや、いい。今はそんなことを気にしてる場合じゃねえ。ここから先は自分たちで行け。 Ты ничего не сделал. Моя работа сделана. Но ты ничего не сделал. Ой, кокоте. Куннани кебиробу но ой башо нано ка?
кстати. О, バレたのか? А у нас оружие осталось? Сюжин номер 7459番. А, сам вышел. 7560番. ようこそ。そんなに慌てないでくれ。これらの警備ロボは何もあんたらとやり合いに来たわけじゃない。こいつらは栄誉霊をやってるだけさ。К сожалению, он не Баттера и не будет дискутировать в суде. Упустили возможность. あんたらがヌビレットさんの友達だって聞いてね。こいつらをここで待たせてたんだ。Что такое побитый жизнью? オイラたちとヌビレットの関係を知ってるのか?海底はあんたらが想像するほど情報に疎いわけじゃないが、残念ながらそのことについて俺が知ってるのはここまでだ。Зачем ты нам это сказал? Мы бы думали, что ты меньше, больше знаешь и больше бы напрягались. Может быть, больше бы сболтнули. それに、お偉いさんの友人ですら、何かやらかせばここに入ることになる。公平だろ?公爵様、今日はいい天気ですね。ご機嫌うるわしゅう。ああ、あんたもな。今の言葉のおかげで、海の外の天気を想像できそうだ。メロピテ要塞が岸にあれば、日向ぼっこしながら話せたんだがな。Ну, от этого мы ничего не теряем, потому что мы ничего не сказали лишнего. Я, 申し訳ございません。公爵様のお姿を見て緊張してしまい。こいつが公爵なのか。思ってたより若いぞ。旅人とパイモン。でいいかい?ディーキン君による出迎えはいかがだったかな?ああ、типа... А он отплатит чем-то хорошим, если второй выбрать или нет? Скорее всего, нет. О, сока, сока. Занен нагара. Дикин кун ва 囚人生活における最高のチャンスをみすみす見逃してしまった。そう言わざるを得ないな。な、確かに特別許可権のことばかり考えておりました。がっかりさせてしまい申し訳ございません。まさかお二人が公爵様とお話しできるほどの人物だったとは。俺はどうしてこうなんだ。目先の利益にとらわれて大損をしてばかりだ。先は長い。チャンスはまだまだたくさんあるさ。そろそろいいだろう。もう十分やってくれた、ディーキン君。はっ、それではお先に失礼いたします。二人ともついてきてくれ。歓迎の意を表してメロピデ要塞を案内しよう。そうすればよりここに溶け込めるはずだ。じきじきに案内してくれるのか。なんだか何考えてるんだかわからないやつだな。道理でシャルロットのやつが興味を持ってたわけだな。謎が多いやつだぜ。Купонное стекло. Реально купоны на еду?
Ну, я, кстати, все, чем изначально казался Фонтейн больше. Ну, в плане цветовой гаммы. かしこまることはない。囚人だって地位の一つなんだ。メロピデ要塞じゃ、それは数ある生存方法の一つに過ぎない。 Мы тут 45 дней. 管理者のくせにそんな風に考えてるのかよ。俺たちは罪人なんだぞ。もし厄介な相手だったらどうするんだ。だとしたら、あんたらはきっと この水中世界で輝く存在になれるだろうな。だが腕を振り上げる前に思い出してほしいことがある。メロピデ要塞において一番重要なことはトラブルを起こさず監視に迷惑をかけないことだ。ここは生存するにあたって非常に重要な場所。特別許可証と一人4ピッシュ。毎日一食 セットのサービス職を受け取ることができる。受け取ることがって、お金はいらないのか。ああ、囚人はメロピデ要塞の運営基盤だからな。少なくとも生存の保証くらいは必要だ。昔はそうじゃなかったんだぞ。以前のメロピデ要塞じゃ水でさえ特別許可券で引き換えなくちゃならなかった。 お前さんたちのように入ってきたばかりで何も持っていない囚人たちは腹をすかせながら稼ぐしかなかったんだ。 А, понятно. Типа они работают, получают купоны и обменивают на еду. А бесплатно это просто бесплатно. だが公爵様がここを引き継いでからサービス職のルールができた。今じゃ、たとえ一日中何もしないでいるようなギアなんか一個も触っていない怠け者でも毎日飯が食える。 飢えて死ぬってことはまずないね。メロピデ要塞において特別許可権は金だ。どんなものも金を使って買う。ある意味一種の交易の場であるとも言えるだろう。だが取引は人が行うものだ。このシステムを進行するには皆が積極的に仕事をして自発的な生活を送れる環境がないといけない。 Как обычно, все в лагере. Соцлагере. Ладно. Оставим политику. メロピデ要塞は不満で溢れてしまう。そうなったら、俺もいろいろとやりづらくなるだろう。つまり、メロピデ要塞がみんなに食事を振る舞うの。 みんなに仕事を頑張って、メロピデ要塞の生活環境を良くしてもらいたいからだな。おっしゃる通りです。まあ、俺が言ったのも事実ですけどね。とにかく、ここでの努力は必ず報われる。こんなに理屈が通じる場所はなかなか見つからないぞ。確かに、そうだよな。そう思ってみると、なんだかここもそんなに悪くない感じがしてきたぜ。 Поймон, тебе работать надо. おっと、油断は禁物だったぜ。囚人たちが信用してるのは、公爵がこういう態度でいるからなんだよな。さあ、向こうも案内しよう。 А, вижу реально с билетиком с гаданием. Странная рагу. Верьте в силу сомнения. А ну реально каждый день можно сюда приходить? Или как? Надо не забывать будет. А,
А, я вижу купоны. Воу, фига себе тут ценники. А откуда брать их, в принципе? А, мировому понял. А еще в сундуках. Нашел 10 тысяч молота. А, вот эту штуку. Странная рагу. А, окей, это просто баг какой-то. Такс. Где мы сейчас находимся? Почему карты не совпадают по внешнему виду? А на интерактивте есть карта Эмерапида? А то там... Я нажал подземные, но мне не выдало такую же карту, как вот здесь. А на интерактивке нету этажей, там есть просто подземные и неподземные, других нету. А, вот, я прокликал, появилась карта, но нужно прокликать было именно на место нажать. Не очень удобно. И то это другой этаж какой-то. Боже, как неудобно. Господи, помилуй. Интерактивная карта в ад превратится с этим Эмерапидом, я чувствую. О, накликал. Ну ей, тогда хорошо. Коко ва Теккен Тогижо. Намае доори но башо да. Ладно. 日頃の仕事だけじゃ情熱を費やしきれない囚人が一定数いるものでね互いに浪費し合うのを防ぐために専用の場所を使わせてるんだ他人格闘それに臨時収入か旅人興味はあるか一つ注意が必要だ うっかり深手を負わせたり相手を死に至らしめてしまった場合は刑期が長くなる公爵ここも
のか？いや、俺はただ場所の利用許可を発起人に与えて手続き費用を受け取っただけさ。もちろんこれらの費用にもきちんとした用途がある。понял。何に使うのか聞いてもいいか？人身の安全維持、現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。なんだ、闘技場の管理に興味があるのかい？いやいや、オイラはただサービス職ってその手続き費用から出てるのかなって思って。合理的な推測だな。起業家の才能がある。ага。Нет. Ой, да, сайно галу раши, да? Коко де джигё о яттекиру кана? Соую кото ва, мата оно-оно кейкак суру то ии. Има ва хики-цузуки, хока но башо о мите ико. Я так понимаю, что которые красненькие, да, тыкать. Куда-то наверх мне надо. Это вниз наоборот, да? Да. Вау, еда. Так, что мне там надо? Какой-то стоит, но больше ничего, пустенько, грустненько. Куда это ты побежала, дама? Ну да, конечно, всегда так. Госак-сама, ухайо! じゃなくて、こんにちは。いや、ちょ、今何時だ？いや、時間は人を待ってはくれないから、もう少し時間の概念を身につけた方がいい。申し訳ございません。Господи, чел, чел。緊張しすぎて、息の仕方も忘れてるみたいだぞ。すみません。どんな失態を。
ここは居房エリア、つまり囚人たちが寝る場所だ。後で看守があんたらのベッドの場所を教えてくれるだろう。Кстати, осталось Нави и Ризли из персонажей пятизвездочных, которых еще нету. Ну, Фурина, понятно. А, Кларинда, да. А стоп, а Кларинда разве не четверка? Вроде все ей говорили. Что это типа Сары? Ну, предположительно, так предположительно. Стоп, а кто четверки, кроме Шарлотты? А, может быть, это Мелюзина? А, кстати, ну, вряд ли Мелюзина играбельная будет. Хотя она вроде сделана под человека мелкого. Хз. Оу. Я ни в чем виноват, Эрин, но соболезную. Пела. Я сегодня свой 21-й выловил. А, нет, не сегодня. Или сегодня. Не, не сегодня, сегодня не крутил. Вчера крутил. Сегодня и так плохой день был, чтобы крутить. А, мне сегодня она в стандарте выпала, по-моему. Или нет, или да. Или... Где-то я 21-ю словил, но не помню где уже. Просто я к тому, что на самом деле еще в Фонтейне много персонажей будет, а я особо крутить-то никого и не хочу. Типа Нави я бы крутанул, но чисто как вайфу-фактор, но не настолько вайфу, а полезность и играбельность точно сомнительная. Линет уже есть, я про новых. Я бы крутил, если бы Фурина была до него. Но Фурина после. Что, адептов? У меня уже есть Ганька по вайфу фактора, больше мне никто не интересен. Меропиде Йосайде. 囚人が主に活動するエリアは生産エリアと居房エリアだ。生産エリアって何を生産するんだ？オイラたちそこで働くのか？必ずそうとは限らない。確かに特別許可権を獲得したいなら生産エリアで働くのが一番安定した方法だ。うわあ、ここの管理者のくせにサボりを進めていいのかよ。Новых? Да нет, такого, мне кажется, они... Когда последний раз пятизвездочных рандомных персонажей Михуё делали? Я вообще не помню, когда. Всегда выходили только региональные персонажи новые. Пятизвездочные. Четырех только появлялись рандомные. А что в 3.7? Байджу вышел. А, я про него забыл совсем. Ну, Байджу, он как бы львевский, конечно, но он типа с Дендра. И он уже старый персонаж, которого мы видели в сюжете все-таки. Это... А тут... Короче, мы его видели уже, так что не считается. Ну, а Сара, блин, генерал армии и сильнейший воин ее. И она четверка. Сюжет на пятерке-четверке вообще срал, как говорится, с большой горы. Меропиде Йосайが自治状態でも機能し続けているのは
Я напоминаю, Йоэмия. Йоэмия, это 5. А еще, как ее, танцевальщица, тоже 5 звезд. Вам напомнить? Ну, Кандаки, они топ-1. Много кто сильнее Кандаки в Сумеру. Ну, немного, но как минимум один чел из пустыни точно сильнее. Нет, не заслуженно. Сэйсан-штейру-но-ва Фонтейну-де-мираれるクロックワークマシナリーだ. そのほとんどがここで作られている. Да? Окей, ну я же не актуально играл, я только Сумеру был. Может быть, ладно. Как же Райт хейтит Йоэмию? Я не хейчу Йоэмию, я ей даже Б-ранг дал по дизайну. Я не отправил ее в помойку. Дакара, Меропиде Йосай ва... А, ну, кстати, это объясняет, почему Шейнха такая помоечная. Фиерс. Потому что ее выстроили не потому, что они ее придумали заранее, а потому что они ее выстроили, когда понадобилось. Тогда это объясняет, почему она реально такая херовая. Хутао как бы тоже незаслуженно. Ну, да. Она явно не суперсильная, это правда. Так что я говорю, в Геншине нет понятия 5-4 звезды и по силе. Вообще не играют роли. В ХСР, кстати, я сейчас сходу не скажу. Бена 4. Заслуженно, в принципе, по силе. А в ХСРе у нас кто-нибудь есть такой ультра сильный, 5-звездочных, но сам по себе вообще непонятно, что он там забыл. Янчик 5. Клара. Ну там Сварог. Ну, не Клара, Сварог. Сварог сильный, типа, для своего региона был. Типа, Зелия слабее, чем Сварог. Она не могла с ним один на один справиться. Да, мы сейчас не Геншин уже. Геншин, мы знаем, что 4 и 5 звезд не имеют никакого отношения к силе реальной. Я пытаюсь сейчас Хесселя вспомнить. Есть ли бесполезные 5-звездочные персонажи, которые, ну, явно не сильные. Байлу. Ну, Байлу как хиллер, она типа считается лучшим хиллером. То есть она не воин, она же не воин-боец. Она хиллер, и как хиллер считается лучшей буквально. В смысле, Янчик сильнейший в своем регионе из новобранцев, назовем это так. То есть сильнее него только генерал, наверное, и все. Лол. Его попускают, извините, квартет, который попускал до этого все Санчжоу. Ну, химика, как и Вель, ну, типа, Вель, понятно, вообще, как... Вель пока любого персонажа из представленных просто овнет в соло. Ну, правда, у него сейчас 10% силы примерно, как говорят. Да и без ядра Ризана он сейчас, он, я так понимаю, то ли с копией Эдена, то ли ему настоящий отдали, я хз. Броня одна из лучших в своем регионе. Она командир стражи и один из сильнейших воинов. Лоча. Опять же, изобильцев. Не берите изобильцев. Они...
Ну, кстати, Отто, если что, Апокалипсис оригинальный и один из сильнейших воинов своей франшизы. Он пока что Геншин, что ХСР, овнит в одиночку. А, Топаз нету еще, мы не знаем. Типа, про нее ничего буквально. Ну, кстати, возможно, Топаз будет первая, кто не очень прям сильная в как боец личный. И, ну, если, раз она охота, то есть она должна быть бойцом. У Химика спутник есть. Она жмет кнопку и стреляет больно. Звучит сильно. Хо-хо, МБ слабая, хотя она тоже изобилие. Ну да, то есть все так называемые слабые бойцы, это буквально хиллеры, которые не должны быть сильными бойцами. Может быть, кстати, реально Топаз видели свинью, именно по той причине, что свинья на самом деле суперсилой владеет. Опять же, Топаз не дерется. Она кидает свинью, и свинья разваливает. Волк может взламывать реальность, Хагрен. Она очень сильная. Вот. Да, может быть, реально Клара как Топаз. Точнее, Топаз будет как Клара. То есть, мы не знаем, может, реально свинья просто очень сильная. То есть, мы рофлим со свиньей, но может, она реально разваливает. Мы уже обсудили Клару, что Сварог один из сильнейших в регионе. Опять же, надо учитывать силы регионов. Например, Белобок, очевидно, слабый регион. Там не может быть сильных воинов. Потому что регион слабенький, понятно, делать. Условный генерал в соло нагнет весь Белобок. Но это не значит, что в рамках самого Белобога нету ранга силы. То есть нету Йоими какой-нибудь бесполезной, или девочка, которая танцует, или что-нибудь такого, в то время как лидер региона находится в 4 звездах. Ты получил, да? Поздравляю, Эри. В импакте тоже, кстати, Ханкай, которым сила персонажа растет в зависимости от их, ну, то есть, типа, стандартная Валькирия, A-ранг там, Хершер, S-ранг, ну и в таком духе. То есть, там нету условно, чтобы Хершеры были в A-ранге, а обычный Пезант в S-ранге. Там даже, ну, там же версии того же самого персонажа, да, то есть базовые всегда слабее, ну, и они реально слабее в лоре и слабее в геймплее. То есть самое ощутимое, скажем так, ты чувствуешь усиление как в лоре, так и в геймплее, именно вот в Ханка Импаксе. Это как с Данькой, да, то есть Данька четверка тыкает там что-то палкой, и Данька насаживает на пальцы, совсем другое дело, как говорится. Юйкун летчица, она никто не говорил, что она сильный боец, на самом деле, лично. Говорили, что она неплохой лучник. Но для своего региона она не какой-то великий боец, как боец. Она просто пилот неплохой, точнее, очень хороший. Шишка важная, но не боец. Она не Энакин Скайуокер. Бывший, опять же, еще лучше, бывший летчик. А у вас-то и сила кредитки. Ну, сила... Блин, у нее флот есть из разрушителей, я напоминал. А у нее флот и разрушители есть. Она просто Белобок в соло сотрет. Ну, у Герта кукла, да. У нее понятно, что у Герта кукла сейчас будет потом когда-нибудь настоящая. Скорее всего, будут 5. Сате. Кондова отчи не идти миока. Про вообще комиссию лофовскую мы не знаем вообще, сильная ли они. Потому что, например, ту, которую мы спасали с короткой прической, ну, мы ее реально спасали. То есть не то, чтобы она, значит, сильная какая-то. Ну, сам по Трикстер, да. Но то, как он себя подает, это на 4 звезды. Но в реальности, да, он, скорее всего... Ой. Лови! Пела просто офицер. Неплохой, но не гепард явно.
Как и сервальный инженер, вообще не боится, по идее. Просто училась. Чего-то знает, наверное, как боец, но опять же, явно не гепард. Чуваки, галлюцинации. А, в смысле, что, типа, я понял, да, к чему это. А мы не можем спросить, что он здесь забыл? Типа, что такого в этом? Мы не можем, да, его преследовать сейчас, ну ладно. Не, ну мы, это же типа, все знают, что мы защищали линии в суде, типа, это официально, ну, то есть это и не та информация, которую имеет смысл прятать. Наоборот, будет подозрительно, если мы такую информацию не будем вас спрашивать, типа, мы защищали в суде, кого хера ты здесь забыл, что произошло, это типа естественная реакция, не вызывающая подозрений, о, мелочь какая-то. Ну да, ладно. Тоже, скорее всего, играбельно будет все-таки. Дали детскую модельку, я понимаю. Хоть и переоборудовали ее чуть-чуть, наверное. Но в целом. Знакомый, да не скажу кто. Зачем этот Господи, Сигвин. Это даже по-русски не произносится. Зачем его перевели так странно? Английская Джей по-русски может читаться как Гэа просто. Сигвин. То есть она и в английском Сигвин, видимо, и в русском Сигвин должна быть. И в японском Сигвин, и, наверное, в китайском тоже Сигвин. Я там понял, да. Главное в лазарете. Нам объяснят, как она получилась? Мне реально интересно. Учитывая, что мы немножко знаем лор теперь Мелюзин, да? Что это не совсем живые существа, которые размножаются привычным способом. Ранку я помню, да, как звучало. Может, на нее похоже. Потому что так-то Сэйниси. Ну, я несколько ее ролей знаю, само собой, но в основном у нее вспомогательные. А, Тики из Симфагира, наверное, еще. Вот, да, у нее прям вот механизированность такая вот. Звонкость есть. А еще на Лорео из Алхимика озвучивал, тоже недавно было относительно. А еще совсем из, вот в прошлом сезоне она драконшу из класса героев делала. Ну понятно, да, то есть несколько ролей мне подряд, которые я в принципе узнаю. もう終わりなのか?生活に必要なことは全て説明したし、仕事の方は後で指導してくれるものがいる。うん。他に何があったか。実は、めったにあんないなんてしないんだ。あんたの方から聞いてくれると助かる。おいらたちも初めて来たから、何から聞けばいいかわからないぞ。 Нара, ТОРИАЙЗУ, 特別許可食堂に戻ろう. Я уже взял. 考えるのは食事をしながらでいい. 元気出して! ここのサービス食,
сукуку очень накара. Мне выдали странное рагу. Твои заявления сомнительные. Эх, жаль, пропадают. Помню, сколько времени я ждал, чтобы мне дали рассмотреть модельку Нави. Почти всю игру. Да, я знаю, что она половина мелюзин. Меня это и смущает. Типа, как она получилась, учитывая, что мелюзины не размножаются обычным способом. А, стоп, зачем я, блин, пешком иду? Господи. Блин, это не тот телепорт, да? Ладно, пофиг. Да, я уже сам додумался. Ваша популярность растет. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Ладно, панда, может быть. それ超ラッキーな人しか当たらないやつじゃない。君たちすごく運がいいのね。いや、運じゃない。俺の方からウォルジーさんにくじを引かなくてもいいよう頼んだのさ。 何が食べられるかは全部運次第なのよ。特別許可食堂のウォルジーさんのちょっとした悪趣味ね。そうだったのか。まあ、こんなに美味しいものが食べられるとしたら、フォンテーヌの犯罪率は爆上がりするだろうしな。二人ともさっきの言葉、ヌビレットさんを知ってるの？最近はどうしていらっしゃるのかな？ お仕事は忙しそう？お体は健康？Нету необходимых органов для рождения. Они не созданы быть где-то носителями. 体は大丈夫だと思うぞ。ずっと真面目に仕事してて、ちょっと大変みたいだけどな。相変わらずのようだな。看護師長の心配は杞憂らしい。Даже если есть дырка, другие органы нужно снова получить. Дети не из-за дырки появляются. Вот эта информация, да? Мо, нагай кото Нобилетто-сан но кото кийте накатта кара. Нани мо най но га ичибан ии кото са. Кондо, каре то ханаши-ау ба га ареба, кангоши-чоу мо куру то ии. Нахида из веточки выросла. Она клон. Полуклон такой. О? Меропиде Йосай те хоутэй но канкацгай нан даро? Нубилетто то ханасанакя икэнай кото те нан нан да? Коко ва Фонтэйну ни иронна кикай сэйхин о тэйкё штэру. Хицуёна бусси о уэ кара сиирэнай то икэнай кара. Короче, торговое отношение. Ханасиаю кикай ва скунаку най. Нубилетто сан ва хинкоу хоусэй на оката де не. Чё в трейлере тогда ругались? Я помню. Точнее, Ризли орал. Невелит-то на похере. だから彼に対しては相応に敬意を払い、ある程度譲歩してもいいと考えてる。とにかくあんたらのことはヌビレットさんが招待した客人とみなして相応のもてなしをした。 ま、 残念ながらそれもこの食事までだがな。ここからはきちんと囚人をやってくれ。どういたしまして。新たな生活があんたらを待ってるさ。 О, можно поговорить?
食べ終わったかい？なら居房エリアへ行って休むといい。明日は働かないといけないからな。俺から特権を得たいなんて考えてないだろうな。悪いが特別許可券との引き換えしか受け付けないぞ。ここはあんたらの想像ほど優しい世界じゃないんだ。Такой эджи-бой, в принципе, да. Без шипов, но из-за некоторых деталей такое ощущение, что у него все еще шипы есть. Острая одежда. Ну, очень много уголков в одежде. По репликам не особо прям эджи-бой. Чисто про дизайн. Ну, а это... В принципе, она выглядит в целом как мелюзина, да. Я сейчас не очень помню, как мелюзины прям выглядят идеально. Ноги у них обычные человеческие, просто, по-моему, они не носят. Да, по-моему, они же без одежды ходят, я вспомнил. Мелюзины же без нижней одежды ходят. У этой вроде бы это какие-то колготки и тапочки есть. Так что у нее скорее сюжет человеческие ноги. Хвост есть какой-то. Маленький, кстати, по-моему. А, нет, она его просто скрутила, да. Такой же, скорее всего. Рожки. Лицо, понятно, человеческое. Размер головы. Ну, как, в принципе, у всех тут. Это уже скелета проблема модельки. Сумочка забавная. С сердечком. Кстати, дырка для хвоста, реально. Разрез на заднице. А, это настоящий, да? Это не украшение, получается. Я сначала подумал, что это типа поясного украшения. Это настоящий. С ней еще поговорить надо бы. Йоку мирето. Кими тачи. Кавайи но не. Спасибо. Конна ни кавайи н дакара, чибун но кавайи са ни ва секини о мотанай то, не? Так. Спать надо идти. Я не помню, что у них со зрением. Табибито ни паймон дана. Синири ва мазу нани о суру беки ка обойро. В смысле? Ии ка. Трабл ва окосун джанай зо. Откуда эта инфа? Вообще не помню, чтобы было это. Омаэра но бетто ва атчи да. Я вроде делал все квесты. Не помню. Фуууу. Коре кара коко де неру кото ни нару но ка. Нанда ка фусиги да ё на. Гутара тантэй шоусетсу о ёнде та хиби га конна ни хаяку суги сару нанте. Стоп, нам выдали одну кровать, что ли? А где вторая кровать? コウシャクのやつはっきりとは言わなかったけど最後の言葉からして、オイラたちがヌビレットと知り合いだからこそあんなにもてなしてくれたってことだよな。確かにケーキを食べて囚人の身分にはなったけど、それでもオイラたち、ヌビレットの助っ人なわけだし。もしかして、コウシャクはオイラたちの任務のことを知ってるのか？オイラもそう思うぞ。
元からオイラたちの目的を知ってて、あえてああいう形で伝えようとしたとか。おい、こっちはもう知ってるんだから小細工はするなよみたいな。そうだな、手ぶらで帰るわけにもいかないし、公爵が怖くて帰ってきたなんてヌビレットに言えるはずもないよな。それに公爵は譲歩してもいいって言ってただろ。だから少なくともやってみないとだな。リニパイマーチ、タルタリアの行方の調査、どこから手をつければいいのか。それってそう、そこなんだ。リネに会った時、危うくボロが出そうだったぞ。幸い公爵の態度からするとリネのことも他の囚人と同じように扱ってたし、特に気づいた様子もなかったみたいだ。Если у него есть хоть какая-то информационная связь с поверхностью о таком громком деле, как противостояние путешественника против Архонта и фатуистов, не могло пройти мимо него, он обязан это знать. А сука! Линето, Линето, House of House の人間で、飯使いの手下ってことになるんだもんな。じゃあ、あいつらも調査に来たのか？あ、カードだぞ！さっきはなんで気づかなかったんだろう。魔術師の小道具みたいだから、きっとリネが残してくれたんだ。まさか囚人になってもマジックをやってるなんてな。また会えてとても嬉しい。明日、生産エリアで会おう。Но не знаю, звучит слабенько как-то. Да и опять же, сюда же не так просто попасть, наверное. Все же надо через официальные. Нака, мачинака де томодачи не атта токи но айсацу митай да на. Сокка. Джа, аста ни наттара, айцу ни ироиро ките миё зе. Кё ва мо ясумо. Могла бы потянуться хотя бы. Я толки такая. В плане со звуком. Фонтактикна сюжин сейкацу 1 нити мэ дакара на. Соиеба, кино но йору, юме но нака де каншу ни джинмон салета зе. Зэнбу шоужики ни итте, я っと мэ о самашта кедо. いや、だって夢の中のことだぜ。現実でそんなことするわけないよな。お前ら二人ともなぜまだここにいる。腹を空かせたくなければ早く生産エリアに行け。あ、ごめん、今すぐ行くぜ。あ、ты будешь работать? Я не учитываю физические вообще параметры существ, попадавших в тюрьму. Кстати, меня радует, что они хотя бы здесь сделали так, чтобы Мона могла спокойно туда-сюда не застревать. Опять прыгивай, да. Сэр! Оу, ай, дальше куда? А, мы там не были, я понял. Это еще ниже надо. Ваша популярность растет. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Ой, что это такое? Картинка умерла на секунду. Ну, в плане. Кстати, вылеты прекратились. Так что все перезагрузки помогли. Ют!
Они с роботов клепают. Похоже, как в Звездных войнах эти дроидов клепали. Разрушить бы это все. Телепорт, тут есть телепорт. А, на другой сейчас стороне вижу. Еще ниже можно опуститься, бог ты мой. Стоп, это уже третий. Или ты те штуки две за одновременно считаешь? Синрика! Где я спрыгивал? Кому Эриали фриохера рерунанте? А, ну вот. Суитеру яцрада. О, кино коко не хайте китанда. Оре но ханаши о саегирина. Бра.仕事の内容は真面目に聞け。いいか、ヘマはするなよ。ここにある機械は、お前ら二人よりもはるかに価値あるものなんだからな。それに、ここの機械はどれも危険なものばかり。うまくやれば食堂、ヘマをしたら医務室行きだ。とにかく、メロピデ要塞は、どんな機械も失いたくないし、囚人の生産力も無駄にしたくないんだ。 分かったか。分かったぞ。お前たちの仕事はあそこの機械でパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏め。もし機械が動かなくなったら拳で修理しろ。これをやる。加工が終わったらパーツを俺に渡せ。特別許可権をやる。 Подпрыгнуть? Это типа имитация педали. Красная бей, зеленая хиль. Не знаю, могли бы как мини-игру реально лучше сделать, наверное, хз. Ну как, например, в Хасере собираешь когда детальки. Хм, мама, ты токука. Кикай вот скатта какого-то кара. А что он на С6 делает? Кстати, а есть аналог Прайдвина у Геншина? Чтобы тоже типа Навелит ворвался в S+. Типа того. И
Ты вообще что-то делала, Пайман? Я не видел, чтобы ты работала. Не, ну прям идеально и Прайдман не делает. Я все еще считаю, что он много еще не факторов не учитывает. Особенно фактор скорости. Постоянно я прям чувствую, что он лажает. Так что это снова приблизительный потенциал, не идеальный Прайдван. Но ориентироваться на него, по крайней мере, все равно можно. Четыреста купонов. На время расследования. А, ну вот это, что называли сюжетные, да. Типа... Ну, в горшне, потому что еще зависит от того, как ты кликаешь мышкой, прыгаешь ли там на хутаве и тому подобное. То есть чел с идеальным исполнением, и чел средний, и чел нуб, это типа три разных плеера. Надо понять, чисто гайды, да, здесь нету. Это интересно, тут попишут еще время, когда этот гайд обновляли. Интересная идея. Ну, понятно, да. この近くにはいないみたいだな。 他の場所に行ってみるか? Гоу наверх. Ловушки.
Ду-ду-дум. Я, ку-ку даю. Здорово. あれ？そんなに簡単にびっくりするなんて、何かやましいことでもあるのかい？こいつ、やましさの原因はお前を探すことなんだからな。ごめんごめん。早くこっちに来てよ。隠れて話そう。お、リネット、お前もいたのか。おやっぱりお前たち兄弟はいつも一緒なんだな。うん。お兄ちゃんは私から離れられないの。ああ、実はリネットだけじゃなく、フレミネも一緒に来てるんだ。覚えてるだろ？マキシマルな。ハウスオブハウスの潜水士だっけか？確かフォンテーヌ邸であったよな。それより、なんでお前たちが囚人になってるんだよ。オイラと旅人の法廷での努力は無駄だったってことかよ。囚人になるのなんて簡単さ。前に歌劇場で得た人気を利用して観衆をたくさん集めた街頭パフォーマンスをやったんだ。何それこれ。ああ。Неизвестно реальность, какая у них навия выйдет.Типа, как они собираются ее сделать актуальной. Соре де? Дэхи аж была недавно, странно, что так. Или они, для них нормально? Я же не знаю, как часто в Геншин добавляли стандарты. Потому что в одном Сумеру два персонажа добавили.Двух аж, типа много. Из-за этого шанс моей моны падает. Ненужные персы пытаются упасть мне. Ну, Кека была в 1.0. Я знаю, что на нее был баннер, потом она в стандарте оказалась. Потом... 2.0 кто добавился? Ну у нее ж был баннер. Так что будем считать, что она из ивентовых. А, Рил? Серьезно? Лол. А интересно, как он собрал? Опять же, в начале Шкека сильная была. Ну, наверное, для начала-то она была, наверное, неплоха. Ну и вайфу к тому уже. Ху? Типа, why? А в чем проблема Хутавы? Из-за ее тематики с духами или что? В Китае бывают странные моменты, конечно, да. Я знаю мем про то, что вы говорили, что она реально там что-то не выходили из-за этого, когда там был сюрприз, этот ее тизер, он типа реально был сюрпризом или что-то такое. Отсматта таксанно окексан тачи о перформанс ни санка сасета. Состе минна га мимамору нака де зэйин но сайфу о кеште мисета но са. А теперь один из самых популярных персонажей игры. Топ-3 по артам, по-моему, да. Первая Ганька, потом Райден, потом Хутава. Ну, не считая
общего тревелера. И то, по-моему, не факт, что у них больше. У Люмин точно меньше одной. Вместе с Итером, может быть, и с Примером. Ну, забудем о них. А так, да, топ-3 персонаж по арта. Ну и постоянно в ивентах, и хайповая, вся есть вот такая. Так что вот, как говорится, не бойтесь, выпускайте что-то более интересное, экспериментальное во всех отношениях. Ну, короче, реально, они официальные преступники. Но, опять же, их личности известны. Так что я явно не мог не обратить на них внимания, учитывая, что он знает, что они флатуи. Ну, ХСР, конечно, более свободно себя чувствует, но это все еще геншиноподобный, хоть и много что изменил в лучшую сторону. Я теперь боюсь, опять же, Honkai Impact 3.2.0, что он тоже пойдет в сторону вот эту сейвовую и безличную. Так что, да. А, лол, у Хутавы японской даже другая сейв изначально была. Только Хаши не было. Ух, нифига себе, повезло, повезло. Потому что она идеально вписалась прям. Она полуобраза делает. Что это тот, который позволяет себя на полную выложить. Все же условно Эмилия, да, не позволяет ей себя проявить максимально. В отличие от той же Мегуми. Потому что были проблемы с интернетом. Так пойдет, Юрочка?向こうが気づけば私たちも出られるはず。マジックについては今回のパフォーマンスは完璧だったと自負してるよ。そうだったのか。お前たちらしいやり方だぜ。うん。前に君たちに身分を隠した時にも言ったでしょ。なんだ、ウェリーマン。君たちは本当に怒らせてしまうくらいなら僕は君たちに全てを教えてあげてもいい。 だから今回も隠し事をするつもりはないよ。今のところハウスオブハースと君たちの利益が対立してるってわけでもないし、僕たちはハウスオブハースのお父様、つまり召使い様の命令でここへ調査に来たんだ。やっぱりそうだなと思ったぜ。 Хутава вышла очень сильной. Она бы снова была успешной. Типа, минмаксеры бы сказали, что она очень сильная, и все пошли бы ее крутить. Кстати, Фусюань, к счастью, не провалилась в баннере. Она, скорее всего, Кавку обгонит уже. Вот, буквально сейчас она ее обгоняет. Просто там чуть-чуть отстает, типа, счетчик на несколько дней. Я думал, честно, что она провалится, потому что это сохранение, которое, ну вы знаете, не ДД. А все крутят всегда ДД. Кавка, я тоже считаю, что собрала не так много, потому что она не совсем понятная, да и пачек под нее мало. Ну и плюс Блейд был перед ней еще, который отожал явно кусок пирога. А до нее... Нет, по-моему, Сильвервульф была в первой половине Лоча, во второй, да. Не-не-не, уже аргумент, что на Кавку все копили гемов, тоже не работает. Даже по гемам считали, что, ну, типа, она нормально крутанула, но не генерал, даже не близко условный. И не Сильвервульф тоже.
само собой. Ну, Сильвер Вульф топ-2. Ну, Зелли, опять же, не считаем. То есть, Сильвер Вульф больше всех крутанули. Потому что это броня, потому что это имба, и потому что, ну, просто очень классный даже в рамках сюжетский перс уже, чисто по образу. Literally me, знаете, вот это вот. Все такие literally me в зеркало смотрят и видят там Сильвер Вульфа. Я не имею кавки. Уже достаточно. Да-да-да, мне тоже всегда, я рофлю с этого, literally me, фрил, когда вообще ничего, ну ладно, может быть какая, то есть одно дело говорит, что, типа, вот эта черта, типа, напоминает меня, да, но не в общем же человек или как персонаж, как говорится, посмотри на перса, потом на себя. Это как с бочкой тоже, все были, literally me, ну там, опять же, это скорее мем, в мем уже превратилось. Серьезно, даже с Райден такое было, лол. Интересно, наведет ли местная Райден такого же шороха? Если, конечно, она будет. Ну, я думаю, будет, господи. Я не знаю, будет ли местная Киана, но думаю, местная Райден будет точно. Все-таки, раз они ее в Геншин пустили, то сюда пустят. Харка мкашкара, House of Hearth, この件について調査し、秘密を探ろうとしてきた。でもここ最近、手配した偵察員だけじゃなく、фига себе. 潜入させた監視までもみんな跡形もなく消えて、音信不通になった。Или Торток всех с собой забрал, восстание поднял. Интересная инфа, но опять же не то чтобы прям что-то удивительное. Не один раз мы это уже наблюдали. Точнее, вспомните, как у многих архонтов было с собой по итогу это сердце. По сути, только Вентиль с дедом. Райден отдала, у Нахиды отобрали. Захлебнулась. Ха-ха-ха. Ну, Мэй, типа, стала Эй, здесь станет Тэй какой-нибудь. Ну, господи. Нахида, блин. Мы все знаем, в каком состоянии была Нахида. Отец-сама ва токуджи но сюдан о мотте иру. Демо соно оку ва ваташитачи ни ва соузоу суру кото мо миру кото мо декинай. Кецурон даке синжиреба ии но. Соно жохоу кара Фонтейну но камино кокоро га Меропиде Йосай но химитс то канкей ште рун джанай ка тте омотте не. Думаю, считается, не стоит. Я, если честно, не знаю, есть ли будет или нет. Типа, я просто предполагаю из-за того, что она есть в Геншине, и типа, почему бы тогда не использовать ее здесь. Кеккёку, камино кокоро но таме датта но ка ё. Кочи но хоу ва дайтай конна канжи да ё. Сочи ва? ヌビレットさんが君たちを送り込んだの。そうなぞ。召使いがタルタリアの近況が欲しいって言って聞かないから、オイラたちが調べに来たんだ。あ、これって言っていいんだっけ？それなら安心してよ。
皇子様の情報を要求することは圧力をかける手段の一つに過ぎないから。В личку опять же лучше, Хагран. お父様が今回フォンテーヌ邸のお偉いさん二人に交渉を持ちかけたのは交代に見せかけた前進さ。言うなれば値切りと同じ。Да понятно, что он для нее ничего не значит. 物事の多くには口実が必要。Вот о чем я и говорил, просто предлог. 交換の価値は想像よりも高いのよ。でも全部が嘘ってわけじゃない。もし本当に皇子様の状況を確認できるなら、僕たちとフォンテーヌの外交関係は良くなるだろうし、立場を変えることさえできるかもね。У меня все мужские персонажи Ричарда, а все женские Алиса. もしかしてタルタリアのことを一番気にかけてるのってオイラたちなのか。Пока я воздержусь, наверное. 執行官同士の関係って。Не люблю, опять же, сливы. То есть, предпочитаю получать информацию более актуальную, ну или хотя бы там, когда она там приблизительно в ближайшем будущем, а не когда-то там через 1000 лет. Сотому и киринайо. Отоусама но какехики но кижун ва боктачи то ва чигау кара не. Со да.一つ提案なんだけど、手を組まない？目的は違えど、メロピデ要塞での調査をしたいのは一緒だし、互いに助け合えば効率もきっと上がるでしょ。それに君たちも知ってるはずだ。確かにハウス・オブ・ハースが神の心を探す目的は数多くある。けど、中でも一番優先順位が高いのは、予言にあるフォンテーヌの危機を何とかすることなんだ。Можно воздержаться. これについては僕たちを信じてよ。ほらね、だから言ったでしょ。そうか。やっぱり協力してもらうよう、旅人を説得するのはそう簡単じゃないね。真面目に考えてるみたいだけど。当然よ。お兄ちゃんは前回あなたたちに会ってからいつか意見が一致するってずっと期待してたの。Доверять Фатуе。というか、今回協力できるのを私たちはすごく楽しみにしてた。ビネット、そういうことは言わなくてもいいよ。お兄ちゃん、もっと本心をさらけ出してもいいのよ。慎重だね。うん。君のやり方は相変わらずとても合理的だ。僕もそういう温度感と形での協力に文句はないよ。それに最悪の状況のことも計算してあったんだ。君の答えは僕の考えていたものより随分優しかったよ。それじゃあ早速情報を一つ共有するから。しっかり聞いててくれ。Ушек недостаточно。リネットとここを調査してみて、分かったことがあるんだ。За дешево не продамся。メロピデ要塞には金域が存在する。Как минимум еще должен идти хвост。ほとんどの人はこれについて話さないようにしてたから、話術をちょっと駆使してみた。そしたら監視の口から。金域の存在を確認できたのさ。君たちも調査の時は気に留めておくといい。金域、もしかしてタルタリアはそこで行方不明になったのか。確かに気に留めといた方が良さそうだな。うん、それこそがメロピデ要塞における最大の疑問だ。他の問題についても早く調査しないといけないけどね。とにかくこの情報が君たちの役に立つことを祈ってるよ。おっと、もうこんな時間だ。お腹が空いてるだろう。早く特別許可食堂で何か食べておいでよ。今後連絡が必要な時はカードで知らせるから。その言葉を待ってたぜ。
Ты не работала. Эх, как же я хотел бы какую-нибудь Март. Но если бы мы спали в одной кровати. В Kingdom Come была миссия, когда ты монахом притворяешься. Тоже распорядок дня. Там, правда, посерьезнее все это было. どうやら地上での経験は君たちに十分な教訓を授けてくれなかったらしい。え、っとじゃあ、表面だけ見ていたら行き止まりにたどり着いた時、一体どうやってその道に足を踏み入れたかってことさえわからなくなるよ。 悪くない態度だね。 ヒントを提示してやってもいい。 ここにいる奴らは全員ルールを守りトラブルを起こすなと君たちに言ってきたはずだ。だがそのルールが表面上の囚人としての規則だけを指しているわけじゃないってことまでは君たちに教えなかった。ね、правила、понятия。ここには隠しルールが多く存在するのさ。え？隠しルール？あ、どんなのだよ。 誰もがそれらのルールを知ってるわけじゃない。だが、知っていようがいまいが、ひとたび違反すれば死よりも恐ろしいことが待ち受けているかもしれないよ。そうなのか？おいら怖がりなんだ。そんな怖いこと言うなよ。もちろんそれもあるが、そんなのはまだマシかもね。そっか。 もし隠しルールなんてものが本当にあるなら、タルタリアの失踪した原因も、それと関係してるかもって言いたいんだな。隠しルールの内容を教えてくれないか？オイラたち、どうにかそれを避けたいんだ。これは人命に関わるほどの情報なんだが、そんなに軽々しく私に聞くのかい？ わかったって。でもオイラたち特別許可権はそんなに持ってなくて。400。分かってるさ。ごゆっくり。十分貯めた後で構わない。というより君たちはまだここをよく知らないだろう。だから今教えたところで指して意味はないのさ。とにかくここでしばらく生活してみてからまた来るといい。 私は普段ラグアンドボーンショップの近くにいる。名前はビドックだ。よろしく頼むよ。 А может, ты просто хочешь купоны за fake info? Идчатана. Вот да. Мы это удокастерだけって可能性はないか? そうだな. これもタルタリアのことを調べる糸口になるかもだし。 隠しルールか。今はあいつの言った通り、特別許可権も持ってないし、ここについても詳しくないから、しばらく経ってからまた話そうぜ。あ、話に夢中だったな。
もともと美味しくないご飯なのに、冷めたらますますまずくなるぞ。Кстати, какой процент мы примерно прошли? Саки, 会社に確認したんだけどな。毎日午前中に作業があるのは決まってて、でも午後は好きなことをしていいらしいぞ。まあ。ほとんどの囚人は特別許可権を得るために働き続けるみたいだけどな。От первого акта, да? Ну, от третьего, в смысле, акта. А четвертый больше третьего? А то, 特別許可権を一定数消費すれば、午前中の刑務作業を免除してもらって、時間を自由に使えるとも言ってたぞ。ここって特別許可権さえあれば本当に何でもできちゃうんだな。おいらもう疲れたぞ。明日の朝はおとなしく起きて仕事しないと。特別許可権がなければ特権だって得られないんだからな。Но мы грубо говоря 3 часа с небольшим проходили.Ну, в принципе, там по 4-5 часов, если еще проходить, то должен набраться. Ну, так это ж стрим, к тому же я слушаю все диалоги. Вот-вот, вы все скипаете. Уязуми, табибиду!明日の調査はうまくいくといいな。Ну я просто к тому, что мы справимся за эти два стрима еще. Что это такое? А, тортовский что ли? Стоп, а мы у нас его не забрали? А?Это странно. Я думал, у нас все должны отобрать, по идее. Странно, что нас в шмот не переодели никакой. А, с привилегией. Ну ладно. Привилегии так привилегии. Блин, жалко нам, например, не дали за торта поиграть, как за вот... За Янщика какого-нибудь, опять-таки. Просто бегаешь тортом, чисто фул вот, историю.Лол, тэпнулись. Ай, понятно, они перемещаются. Короче, на драчки пойдем, значит.考え事してるみたいだけど、何か変な夢でも見たのか？Вот да, вот, вот не просто вот также инфа через сон, но мы выиграли. そんなことあるのかよ。まさか単なる夢じゃないとか。あ、タルタリアの神の目だぞ。お前ずっと持ち歩いてたんだな。А если ты утром играешь?Ой, неловко вышло, да, Хагран? Может, как-то, この神の目を通して、お前とタルタリアの意識が何らかの形でつながったとか？
それって大きな突破口だよな。お前がその神の目をメロピネ要塞に持ってきてて本当に良かったぜ。で、どんな夢を見たんだ？タルタリエの行方が分かったのか？そっか。ты себя увидела же. でも、これから有益な情報を提供してくれたらいいな。それよりもっと重要なのは、オイラたちの囚人としての新しい一日が始まったってことだぞ。ポケットの中の特別許可券のために頑張ろうぜ。今日はどうする？行こうぜ。もう仕事の時間だし、もたもたしてたらまた監視のフィールディングにとやかく言われちゃうぞ。А если я второй нажать, мы реально пропустим день или как? О, хотя бы тэпнули автоматически. Китака, 準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。Окей, окей, окей. Chill, man.Журнал улик какой-то появился. А, ну ладно. Типа я и так здесь.仕事を何度もこなすうちに、だんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。わっわっ。よ、君たちも作業を終わらせたみたいだったから、ちょっくら挨拶しに来たぜ。おお、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時、ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日、俺も新顔が近くにいるなって思ってたんだ。まあ、縁があるっつうことだな。俺はここで15年近く働いてた。いくらだ、監督のグランビルだって、俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。うわ、そんなに長いのか。先輩、よろしくな。ладно, не будем булить чела. 何か知りたいコツとかがあれば、どんどん俺に聞いていいぞ。生産エリアでの作業には、食事よりも慣れてるからな。今、ルールって言ったか。ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰、まあ、話しかけたのはこっちだしな。君たちも俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、それに免じてちょっとだけ教えてやろう。君たち、そのまま働き続けたら危ない目に遭うぞ。え、それもルールなのか。もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも一度やってしまったが最後悪いことが起こる。3日連続で食事と寝る時以外ずっと生産エリアで働き続けたら、3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。Why? 脅かさないでくれよ。悪いことってなんだ。俺がそれを知ってたら、こうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまり、お前も試したことはないってことか。
実はこのルールについてはある噂があるんだ。聞いた限りじゃそいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで、作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業をし続けた。そしてついに3日目の昼、蒸発したかのように消えたんだ。その後彼の友人たちに話を聞きに行ったやつがいたんだが、その友人たちはみんな口を揃えてこう言った。そんなやつ見たこともないってな。そんなことがあったなんて。あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。だから俺も実際には見たことないんだ。городские легенды とか тюремные легенды。 お前まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。え、あ、君たち好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくがどうなるかは知らないぜ。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。わかった、お前がどうしてもそうしたいなら。Я слышал, да, в сундук бухнул. Почему был звук бухнувшего сундука? А, вот почему. Почему ты ешь? На Рим хочу отправиться. Изо, сагио на най токи ва теккен тогижо де хима о цубусо. Там Blue Child последний раз. おや、君は旅人だろう。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。あ、OK、понятно。Видимо, и Чайлду тоже отказали。犯罪者でも命は惜しいものなんだ。分かってくれ。でも、ここには優れた実力を見せれば特別許可権がもらえるゲームもあるよ。どうだい？興味はないかな？もしゲームで負けたら特別許可権を取られちゃうのか。そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。わかった、それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可権をゲットできる。ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可券が必要だけど、毎度あり。Мне даже не дали возможности отказаться. Синим, да. Лайлу лучше возьму. Коринзу на ю тори ни ганбатте мато дэрао зе. Хап.
чуть ускорились. Силен, могуч. Видите, да, по воне у меня пятый и так есть. Поэтому я говорил, лучше бы церемон выпал. Потому что церемон у меня третий все еще. А так у меня второй, блин, теперь начинается. Хо-хо, сасга да на. 報酬の特別許可金受け取ってくれ。今日もそこそこ収穫があったって言えるよな。明日も何か進展があったらいいんだけど。 Ограничение в 45 дней здесь или как? の疲れが全然取れてないみたいだ。さあ、どうするな? よし、もう少し頑張ろうぜ。 来たか。 準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。は?いきなり何を必死になってる?特別許可権が急ぎで必要なのか?そうだな。俺たち、自分の限界を試したいんだ。そう思ってくれればいいぞ。ノフキンダムカメ、можно зафейлить бытие монахом. Там много вариантов развития. Он реально автоматически теперь делает. Паймон, ты хоть что-то делаешь? ご飯の時間はまだなのか? Не так бодро. Скарета. Поднял бабла. Атараки доуси де. Ойра му кутакута дазо. Мате. Суеба. 今日でも働き続けて3日目になるんじゃないか?それに今はちょうどお昼の時間だぞ。なんだか背筋が急に寒くなってきたぞ。何が起きるんだ?でも周りを見る限り何もなさそうだよな。もしかしたら 隠し ルールっていうのはただの噂なのか?まあ、ここでずっと推理しててもしょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。今日の運はどんなもんかな?ひょっとしたら超豪華弁当だったりして。худшее. Ожидаемо. 親のご飯なんて
これって肉か？でもなんだかすごく不気味な感じだぞ。これってどういうことだと思う？もしかしてこれがローアンの言ってた。おぼうしゃもえ。なのこと。それ以上言うなよ。もうわかったから口に出すな。あれ、あそこにいるのウォルディじゃないか。ご飯を作ってたのってあいつだよな。そうだ、シェフに聞いてみればいいじゃないか。なんだ、これから今日のサービス食の材料費を生産しに行くところなんだ。用事があるんならさっさと行ってくれ。そのオイラたちのご飯の肉さ、なんかちょっと変じゃないか。肉？ああ、それか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思う。さっさと食べな。問題ないってことないだろう。おい、行くなよ。もうちょっとちゃんと見てくれよ。どうしよう。ウォルジーすごく不機嫌そうな顔してたぞ。そうだな、他に方法はないみたいだし。わあ、何がどうね。さっきまで腹ペコだったのに、もう全然食欲がなくなっちゃったぞ。2700、кстати, реально нормально. Бабла подняли.どうする？時間があるのならもう少し調査に専念しようぜ。так. В принципе, даже почти 4 часа набралось сегодня в любом случае.Так что, несмотря на проблемы, которые были в начале, более-менее справились. Благо, они прекратились в определенный момент. Ну, пока такая разминочная, конечно, часть. Самое лучшее, что было, это сценка с Фуриной.Антураж, в принципе, неплохой, именно чисто дизайнерский, и музыкально тоже. Вот, но, само собой, пока событийность невысокая. Я не очень интересуюсь ею. По крайней мере, пока меня особо игра не заставила ей интересоваться. Мне Линет, например, больше интересно. Хотя она, в принципе, уже, ну, не то что раскрыта, да, но, по крайней мере...Какое-то впечатление оставило о себе. В поисках подсказок. Ну, как минимум, ресурсы есть для того, чтобы торговаться. Ну, может быть, если будет что-то интересное. Типа, я всегда открыт, как говорится, к чему-то интересному.Наоборот, зачастую мои самые запоминающиеся вещи, которым я сначала был нейтрален или даже не очень положительно настроен, но они типа поменяли мнение о себе и из-за этого запомнились еще сильнее. Такое тоже бывает. А, ты же хотел что-то еще Хагрен, по-моему, да? Если мне память не изменяет. Или ты пока не хочешь?Да, запись я, наверное, закончу в любом случае, чтобы просто ее не тянуть. Переживите во сне.